because I was lazy. Netflix gay. Slice, slice, dice, dice like a samurai. Cut it up real nice, I'm a samurai. Got karate on the mic, I'm a samurai. Samurai, samurai. Slice, slice, dice, dice like a samurai. Cut it up real nice, I'm a samurai. Got karate on the mic, I'm a samurai. Samurai, I'm a samurai. Всем доброго времени суток! Здрасте! Итак, продолжаем подборку странных и непонятных образов от меня, любимой. И сегодня я выгляжу как твоя пидовка из подъезда. Почему нет? Да, мы с вами сегодня играем в киберпанк. Прошлая серия была довольно странной, потому что она вообще была ни о чем. Кстати, таймер я не запустила, вот теперь я запустила, молодец. Эта серия должна быть о чем-то. Почему я хожу с оружием, непонятно. Возможно, мне дадут за это по ушам сейчас. Вот мы с вами должны выполнить задание, которое называется «Шершеляфам», что переводится с французского, по-моему, «Ищите женщину», что ли. Вот. И нам нужно прийти в Лизис между 18.00 и 6.00. И 6.00. Короче, между 6.00 вечера и 6.00 утра. Вот, зачем нам это нужно? Я тебе напомню, чтобы мы поговорили с женщиной, которая у нас является заказчицей нашего непосредственно основного задания. Мы с ними должны будем добыть какой-то дрон, что ли? Вот. Короче, какой-то дрон, робот. Называй это как хочешь, мне, собственно, все равно. Вот. Главное, что мы сейчас переходим с вами дорогу. На зеленый свет, правильно соблюдая правила дорожного движения. Правильно, что-то мне не нравится, что в башке происходит. Как всегда, какая-то вот ерунда происходит на голове. Это вообще классика жанра. Вот. Я сегодня, видишь, губы красным намалевала специально, чтобы было видно, чтобы не выглядеть чистым белым листом. Так хотя бы губы будет видно. У нас с вами время 15.37 на игровых наших часах. Вот. Значит, мы можем, в принципе, идти как бы и вообще не париться. А что у нас есть по заданию? Может быть, мы что-то пока другое повыполняем. Так, значит, Декстер Дешон. Потом что у нас? Аркады, шевелись, плотва. Это что такое? Это мы с вами играли. Вашу десятку лучших игроков. Пора выбраться за дело. Пора браться за дело серьезное. Спасибо. Дальше. Виктор Вектор подарок. Что? Привет, малыш. Я тут подумал, рваные футболки это хорошо, но для высшей лиги надо что-то посолиднее. На вершине мира ветер дует так, что мама не горюй. Я себе не прощу, если ты первый же день простудишься. В общем, загляни дома в тайник и в прошлый раз. Господи, читать-то научись, ты потом уже в игре играй. Я в прошлый раз там положил кое-что. Примерь, думаю, тебе пойдет. Ну ты чего? Я тебе и так уже миллиард должен найти. Ого, бесплатные шмотки. Спасибо. Не, ну мы же не такие наглые-то. Что-то она нам еще и ответит. В смысле, еще один. Ты думаешь, я тебе Кироси за... Спасибо. Остановил. Мне все равно эти куртки больше некуда девать. Митя такой не носит, а мои панковские деньки уже давно в прошлом. Панковская? Ладно, хорошо. Так. И что это? Я вообще-то думала, что это задание. У меня люди не стучат по крышам. Под капот, когда покупают машину. Так, я так поняла, что это какие-то сообщения. А я-то вообще-то хотела задание. А есть типа... Типа Ж-журнал. Да. Так. Значит, чего у нас тут? Вернуть Виктору долг. Дальше. 20 тысяч у меня столько нет пока. Дальше. Анатомия описана. Найти, обезвредить киберпсихопатов. Нет. Дальше. Найти кровь и ярость. Цифровой вон забрать у нейтранера. Скрипт-запрос. Ну, давайте вот это выполним пока. Как-то вот его можно отслеживать, да?
что, далеко это? 850 метров. Ну ладно. Пробежимся пока пешком. Хотя, наверное, может быть, это не слишком безопасно, потому что я еще раз повторю, что я играла, уже начинала играть в Киберпанк, и на улице пару раз я встревала в переполох. Было не очень весело, не очень прикольно. Какие-то, господи, какие-то фрики, мужики в трусах, женщины без штанов. Что происходит? Так, пацаны, тут какая-то движуха. Мы не будем заходить за полосу. Боже мой, ребенок. Ребенок с красным глазом. Конъюнктивит, наверное. В общем, мы с вами повыполняем пока задание. У нас все равно времечко с тобой идет. Конечно, мы могли бы сейчас перейти с тобой на... Слишком много я говорю с тобой. Но, в принципе, я же разговариваю-то. Не сама с собой, а с вами. С тобой лично. Вот, с тобой. И с тобой. Вот. Не нравится мне это место. Мне кажется, это вроде так вот здесь мне сейчас будут раздавать пиздюлей. Слишком свободное пространство. В общем-то, о чем я... Так, нельзя. Видишь, красный. Нельзя идти. Аж нос зачесался у меня. Ага, зеленый. Ну, собственно, машины-то тут не ехали. Все, видишь? Главное правильно соблюдать правила дорожного движения. Потому что это что? Это правильно, это наша безопасность. Странная женщина. Вот она была совсем не прорисованная. Так, тут что-то ездит? Вроде нет. Пацан в розовой футболке идет. Почему мне нельзя? Какие-то пошлости показывают. Да, боже мой. А это что? Ну так. Что, будешь себе смотри, ставить? Куда прешь! Да успокойся. Есть выбор. Тут или ставишь импланты, или тебя увольняют. Ага. Еще бежать надо. Обалдеть. А я могу срезать где-то вот здесь? Зачем мне туда бежать? А, там, видимо, переход. Видишь, даже игра ведет меня по правильному. Вот видишь, переход. Это что такое? Это кто? Я, кажется, знаю. А, что, это... Что, проблемы? Нет, я просто посмотрю, ты такая красивая. Я решила изучить тебя. Красный. На красный ходить нельзя. Вот, теперь зеленый. Можно идти. Сейчас. Куда? Кабуки. Кстати, в кабуке мне что-то было нужно, по-моему, в этом районе. Сейчас пол серии просто, минут 20 уйдет на то, что мы просто правильно переходим дорогу. Только на зеленый сигнал светофора. Ну, потому что что? Потому что я учительница, понимаешь? А вдруг дети мои, они увидят этот ролик и скажут, ну, что ж такое-то? Ну, как бы, переходишь на красный, дорогая наша учительница. Поэтому даже здесь мы идем строго на зеленый сигнал светофора. Потому что что? Я образец. Я образец для детей, я образец для вас, для всех. Это телепорт. Телепорт нам пока... Господи, я дойду сегодня или нет? Я все иду и иду, не заканчивается вообще совершенно. Это дорога. Осталось 100 метров. Это радует. Что вы так странно выглядите? Это какая-то вся металлическая. А что ты такая высокая? Это я такой низкий? Я вроде за парня играю. А что тут? Тут ничего, тут нельзя. А тут что? Откроется? Тут что-то еще она будет открывать. Что происходит вообще? Что это такое? Ты вообще карту видишь? Куда меня ведет? Что это за место? Выше, ниже. Что? Твою мать, что это? Что происходит здесь? А, ну мне на мост. Это хорошо, это я поняла. А как мне на него попасть? Вот это вопрос. Открывается? Мне, конечно, это чей-то жилой дом. Вне! Ярость! Бойня! Где? Отдайся инстинктам! Если бы я была лестницей, я бы, скорее всего, была где-то на виду. Видимо, это не про наш случай. Либо она... Ярость! Бойня! Ты говоришь? Фрут! Отдайся инстинктам! Идиоты, блядь! Давайте, выпускайте игры, где нельзя выиграть! Ебанаты! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой, как некрасиво сейчас было.
Давай попробуем как-то сократить наш путь. Ай. Я дико извиняюсь, мужик. Видит Бог, я не хотела этого. Слушай, а если мы вот так сделаем? Мы, конечно, достанем, чего я уже хотела. Может быть, можно как-то... Ну, я знаю, что надо искать лестницу, как правильный человек делает. И мне впадло. Поэтому я сейчас вот, вот так пойду. А что ты мне сделаешь? Ты что, запретишь мне пойти по этим прекрасным зеленым зонтикам и голубым? Я вообще, хоть и женщина, но я вообще не шарю в цветах. Для меня это зеленый. Для меня, знаешь, вот это, твою мать? Вот это вот... Я вижу какой-то цвет, да? И это розовый. И мне там говорят, типа, нет, ты что, это фуксия. А я не понимаю, потому что для меня, если это розовый, то это розовый. И не надо выдумывать ничего нового. Фуксия. Фуксия, она вот, вот если ты вот художник, вот тогда вот это фуксия. Если ты просто какой-то рандомный чел, то будь добр, называй вещи своими именами. А, скоро наступит. Что? Какое столкновение? Скоро наступит столкновение с реальностью, которая... Ага, ясно. Это вот сообщение из серии, чтобы увеличить член, нужно каждый день просто принимать. И дальше многоточие. Так, ага. Я от Тибак. Она сказала что-то забрать у вас. Ты Вида? Вида. Она просила отдать тебе демона. Давай. Должен работать на всех деках третьего поколения. Хорошо. А у меня пилитеховская паралайн. У меня мелитеховская паралайн. Справится. Хорошая дека для начинающих. Ну, так все, ладно. Окей, лишний демон точно не помешает. Можешь его проверить. У меня есть точка доступа. Если хочешь, конечно. Может, найдешь хороший софт или подпрограмму. Я бы попробовала на твоем месте. Окей, и что я должна сделать? Подожди. А, вот, вот эта штука, да? Запрос. Все, хорошо. Еще раз, скажет, что хочет. Так, установка скриптов на кибердеку. Ваша кибердека вмещает ограниченное число скриптов, но вы можете в любое время заменить установленные скрипты на новые. Чтобы это сделать, откройте меню снаряжения. Уровень кибердеки должен совпадать с уровнем установленного скрипта или не или превышать его. Снаряжение. Это, видать, инвентарь. Да. Киберимпланты. Так, отлично. Все, я установила. Вроде бы. Так, а что мне, кстати, по навыкам? Подожди. Персонаж. У меня же ведь, вот да, у меня же есть очки. Сила. Ну, давайте интеллект вкачаем, мы немного туповаты. Я даже не посмотрела, что я вкачала, но я же говорю, мы немного туповаты. Техника. Владение инженерными навыками. Реакция. Ловкость и быстроту движения. Ну, с другой стороны, ловкость и быстрота движений V напрямую зависит от моей ловкости и быстроты движений. Если я буду тупить, извините, я вас немного вот здесь ударила в микрофоне. Если я буду тупить, то Ви, соответственно, будет тупить тоже, бедный мой хороший. Ну, давайте, конечно, если что, хоть кто-то из нас-то должен быть, да, как бы удерживать надо. Вот видишь, уже я не справилась уже с этим заданием. Так, и чё, 16.41, а чё это такое? А, типа я могу отключить, да? А, отправить. Так, подожди, как это делается? Я забыла. Достаточно памяти. Так, и чё? И чё, а чё это такое? А чё это такое? Типа подключиться, да, могу? А! Боже мой. 1С. 1С. Дальше. 1С. А, тут что, время идет, твою мать? Нифига себе.
Так, и что я сделала? И что я сделала? Хорошо, а ты засчиталась мне? Отлично. Ничего не понятно, но очень интересно. Время 16:46, нам еще шлепать и шлепать. Так, а может быть нам тогда Мальстрём отправиться? Позвонить студентам Мелитеха, Мередит Соут. Ну давайте, да, пока время есть, повыполняем немножко и этих главных заданий. Так, позвони сотруднице Мелитеха, Мередит Стоут. Мередит Стоут. А как ей позвонить? Мередит Стоут. Вакака. А как ей позвонить? А, я тупая. Давайте, наберем ей. Алло! Встал. Начни с того, откуда у тебя мой номер. И не только номер. У тебя вроде как проблемы с конвоем. Эй, заткни его! Говори, что знаешь. У меня твоя жопа, это я точно знаю. Не по телефону. Встретимся и обсудим сделку. Сделку. Ладно. Первый съезд со Skyline в сторону Нордсайда. Под переходом есть водосток. Встретимся там. Понял, принял. Понял, принял. О, лестница, какое чудо она нашлась. А, так, и что у нас тут? 425 метров. Ну, давайте попробуем проехаться на машине. Боже мой. Ну да, чё. Извини. Вот она моя ласточка. Приехала. Конечно, сядем на пассажирское. Повезет нашу жопку кто-нибудь другой. А подожди, а я, во-первых, ничего не вижу. Это во-первых. А ну так вот более-менее, я что-то увидела. Так, желательно ни во что не врезаться. И ни в какие машины точно. Тоже. А нам же надо развернуться. А, вот все, маршрут перестроен. Ой-ой. Извиняюсь. Второй день вожу этот прекрасный транспорт. Еще не ко всему привыкла. Так, поворот. Отлично. Так, тихо, по правой стороне. Правая сторона наша, левая сторона общая. Поэтому все хорошо. Вот так вот немножко волнами. Ни хрена не вижу. Если кого-то сбило, извините. Так, а что? А здесь поворота нет. А, вот поворот. Подожди! Вот видишь, к нему Ой-ой-ой-ой. Кажется, я сейчас создам пробку. Так, и что? Боже мой. Эта игра сводит меня с ума. По сторонам не смотрю. Правильно. Кому это надо? Никому. Так, и что это? Что происходит вообще? Стой! Повернули. Отлично. Правая сторона наша. Не забываем. Боже мой, что происходит? Что происходит? Что? А я в другую сторону вообще еду. Что за дела? А, не, нормально все. А, немного туплю, извиняюсь. Так, надеюсь, там никого. Никого. Нормально, слушай, мы практически доехали. Осталось только никого не сбить по дороге. Тут 225 метров осталось, это будет очень сложно. Блин, собака у него классная, конечно. На торпеде. О, видишь, такие слова знаю. Так. И что дальше-то? Что дальше-то? Господи. А я уже не по своей стороне. А, кстати, Нордсайд, новый район, отлично. Потихонечку узнаем этот прекрасный город. Так, и сейчас будет поворот, вот он. Вот он, да. Это, ты, это, не надо тут дорогу переходить, ты видишь? Я еду здесь, на своей тачке. Ты дорогу не переходите, здесь опасно. Так, отлично. Выглядит так, как будто здесь точно нас ждут пиздюля. Все красное, опасное. Так, осталось 70 метров. 60. Я почти доехала. Там мы что, посреди бела дня будем базарить? А. Опа. Так, а что? А.
F выйти. Я с Far Cry просто привыкла, что выходить на что выходить? На E? D? Вот и славно. Мэридит Стаут, ты звонил, правильно? Да. Это был я. Здравствуйте. Да, я. Ой. Думал, ты меня шантажировать будешь, пиздёк. Условия ставить? Я даже не думал. Давай свои условия. Успокойся. Я просто хочу поговорить. Господи, Мэридит. Хлебало завали. Боже, эта херня готова? Так точно. А теперь отвечай на вопросы. Быстро и честно. Ты тут один? Один. Один, как видишь. Это правда? Ой, даже осветится у него. Проверьте территорию. Так тебе же сказали, правда. Что, теперь слушай внимательно. Это он твой наводчик. Энтони Гилкрест. Он слил тебе инфу по конвою. Да я его первый раз вижу, я его Гилкрест, не знаю вообще. Я его первый раз вижу. Вот. Не врет. Слушай, я знаю, где груз. Я могу тебе помочь. Мне просто нужно кое-что взамен. Я же говорил! Я, блядь, говорил тебе, что я не крыса! Господи Иисусе! Заткните его! Выпусти меня, пока я... Боевая женщина. Ничего не скажу. Его можешь отпустить. Хочу послушать, что он скажет. Ох, я много чего хочу тебе сказать. Но промолчу. А, тебе нужна инфа, мне нужен бот. Давай договоримся. Нельзя было так сразу поговорить. Давай по делу. Мне нужен бот. Модель Болт. Он у ребят, которые тебя грабанули. Оставишь мне бота, как те, я сдам налетчиков. Ты знаешь, как только его другой достать? Я могу забрать его силой. А могу заплатить, как они и надеются. Второй вариант. Только платить им ты будешь нашими деньгами. Окей, тогда вообще без проблем, если мои денежки не будут тратиться. Звучит годно. Я в деле. Ох, нехорошо. Так, некоторые найденные вами чипы будут содержать зашифрованную информацию. Чтобы расшифровать данные, перейдите к чипу из уведомления или найдите его на вкладке «Чипы» раздела «Журнал». В главном меню, а затем выберите «Взломать защиту». Окей. Просто заплати этим чипом, остальное тебя не касается. Если захочешь меня наебать, я очень быстро тебя найду. Какая серьезная женщина. Не сама есть серьезность. Эта штука в расстрельном списке! Она же сольет тебя! Пусть попробует. Я ей глаз на жопу натяну. А где моя тачка? А, о. Я вроде бы не тут парковалась. Разве нет? Так, а что он сказал? Чипы, да? В журнале. Же, журнал. Что это? Импланты. Снаряжение. В рюкзаке, наверное, да? Гранаты. Вот он. А как его взломать? Если я хочу. Если я хочу взломать чип. Ладно. Не дай. Ох, ох, ох. Что за бомба, что за пушка? Так. Что за машина, мама? Так, ладно, поехали. Нам нужно встретиться с Джеки. Он, кстати, здесь недалеко. А я здесь выйду? Ну, кажется, нет. Ну что ж. Ой, подожди. А, подождите, это тут сейчас будет поворот. Пойдем назад. Не смейтесь надо мной. Я пытаюсь сдать назад. Это сложно. Вот видишь, предательство. Подожди, а где был поворот? Ладно.
в жопу. Выйди. Где этот поворот дурацкий? А, я... А что тебе мешает? Алло. Ну-ка, давай, сядь нормально. Давай. А, стоп. Я приблизительно понимаю, что вы сейчас чувствуете, что вы хотите мне сказать. Не осуждайте. Я говорю, второй день за рулем. Все нормально. Вот, теперь нормально. Теперь сюда. Все хорошо. Эх, вот. Почти пройдено. Это страшное. Это было самое сложное задание во всем киберпанке, и я с ним справилась. Дальше все будет намного легче. Хочешь поспорить? Не надо, не спорь. Я права. Я совершенно права, это я точно знаю. Так, и что теперь? А теперь сюда. Подожди, это не дорога. Подожди, там какие-то флики. Бомжи какие-то. Ой. Ой. Так, продолжаем сложный челлендж. Не врежься и не убей кого-нибудь своим транспортом. Там же было совсем недалеко, а теперь далеко получается. Что за дела такие? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мистер полицейский, чуть не задавила я тебя. Что это было? Ладно. Это было не наше задание, поэтому... Кстати, время 18:03, мы можем идти к этой мадаме. Как ее? Женщине нашей, любимой, прекрасной. Так, я не собираюсь вот этот вот крюк делать, как показано на карте. Потому что мало я это делаю. Сейчас тут будет поворот. Ага, хрен из два. Хрен из два тут будет поворот, блин. Ой. Кажется, это ДТП. Да? Это ДТП. Ой, ой. Ой, что тут происходит? Ой, что тут происходит? Ой, подождите. Ой, ой, ой. Ой, ой, don't, пожалуйста, все вот это вот не надо мне. Аккуратненько едем. Уже, по-моему, попали мы. Немножечко. Чуть-чуть. Подбили чью-то машинку. С кем не бывает, правильно? С нормальными водителями точно не бывает. А со мной бывает. Вот, смотрите, я еду прям четко по полосе. Ой, ой. Ой, я в бою, почему? Это происходит. Я мирный житель. Я 26 минут играю мирно, без всяких там. Да нифига, я круг сделала. Я могла бы на своих двоих быстрее дойти. Ёлки-палки. А, ну здесь хотя бы нет машины, это радует. Можно спокойно ехать. Что происходит? Так, а у тебя мотоцикл. Вот и ты. А почему у меня нет мотоцикла? Я тоже хочу мотоцикл. На мотоцикле мне всяко легче будет ездить, это я знаю. Рассказывай, так, что нарыл. Короче, Декс уже купил у мальстрёмовцев бота. Да. Ясно только, захотят ли они его теперь отдавать. Он заплатил им вперед? Их оле. Вот оно. Ладно, хер с ним. Бот так бот. Как будем его вытаскивать? Мы с Мелитехом кое о чем договорились. Они заплатят за бота. Столько бабла на ветер? Не бери в голову, Джек. Как будто у нас его и не было. Мы же не знаем, как там все обернется. Ну что, хромовый ад? Да. Посмотрим на этих уродов. Ладно, давай что постучим. Посмотрим, пустят ли нас. Ага, отлично. Бля, конечно, припарковалась я тут. Так что... Вообще вот как случай. Назло. Я этих сучар на дух не переношу. А чем они отличаются от других? Вот возьми Валентина. Они почитают Бога и Санта-Мадре. Набрали, походу, дело. И честь для них тоже кое-что значит. За неправильную парковку. Ты знаешь, чего им надо, как они живут и что их может выбесить. Так. А вот с Мальстрёмом. Ага. Это звонить надо, да, сюда? Дин-дон. Боже мой, страх какой.
Я вас не знаю. Мы тебя тоже, но мы от Декса. Нам нужен Ройс. Мы от Декса. Главный зал. Мы вас ждали. Вот, прикинь, нас ждали, пошли. Так, это что такое? Ну-ка, успокоились быстро. Да, уютно тут. Пару фикусов бы еще. Да, и кактус. И вообще они хорошо подготовились. Уёбки, блять. Для фабрики жратвы у них тут очень неплохая охрана. Да, техника, наверное, вся с конвоя. Представляю, как эти черви в ней копошились. Так это что такое? Слышал про их шефа Ройса? Декс о нем говорил. Назвал его особенным. Давай быстрей, сейчас за жопой. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Моя любимая. Да? Со вкусом. Ага. Открывай. Сова, медведь пришел. Бегом за суперсладким мегадрайвом! Жизнь слишком хорошая! Да чё вы обзываете? Спокойно, они нас просто пугают. А я, мне не страшно. Вообще. Я, подожди меня. Подожди меня, Ви, я иду! Ну что? Спокойно, Ви. Повторюсь. Не залупайся, мы на их территории. Чего вам я надо? Я вообще пришла побазарить чисто. Мне нужен Ройс. Ой. У меня с ним сделка. Да, с тобой мистер не мистер Ройс пока что занят. Говори, ну, что значит, надо. Мы подождем его здесь. У вас есть бот. Модель МТ-0Д-1-2. Его называют Болт. Ну, допустим. Жопко. Тебе-то что? Меня прислал человек, который заплатил Брику за болта. Мне надо его забрать. Я могу поговорить прямо с Ройсом, если надо. Не, будешь говорить со мной. Я Дум-Дум. Да на диван, бля, быром. Имя у тебя дебильное, Дум-Дум. Из какой страны чудес вылез? Ну ладно. Ногу-то убери. А где друг мой? А где друг мой? А. Тебе чё, блядь, особое приглашение нужно? Сядь! Во-во! Он сегодня целый день нарывается. Сядь давай. Тебе чё, непонятно? Сядь на диван. Положи свою жопу на диван. А ты заставь. Ну, ты сам попросил. Паркуй жопу, пока я тебе третий глаз не сделал. Просто давай, сядь. Давай, давай, присядь. Сейчас, это плохо кончится, но... Пожалуйста. Сука. Вот, видишь? Можешь же, когда хочешь. Заебись. Вот это да. Чё такой хмурый? Улыбнись. Учила тому, что мне здесь нехорошо. Не буду. Ладно. Так шибай дуну. Не поддерживаем такого рода развлечения. Полегче. Будем считать, что это сборище анонимных астматиков. В какой глаз мы смотрим? Вот он. Болт. Модель МТ-0. Д-1-2. Ты врешь, это чемодан. Болт внутри. Короче, уже как уже вчера, позавчера был резидент. Я не могла понять, что... Я тут жду вообще-то. А милитех его искать не будет? Что? Да насрать, пусть ищет сколько хотят. Куда смотреть, Моро? Мы стерли у болта серийный какой номер глаз? И переназначили вот админские проблема. Права. Так что будешь если уж он твой, то он твой. Так, хорошо. Дай заценить. Да пожалуйста. А я думала, сейчас будешь говорить, нет, так все не пойдет. Хитро выебанная штука. Динамическая броня с термооптическим камуфляжем. Контроллер Ворон. Полная когнитивная иммерсия. Зацени, все приводы сделаны из смеси титана, ванадия и кевлара. Да. Смотри, что будет. Интеграция абсолютная. Когда паучок залезает на стены и ползает по потолку, да, можно и блевануть. Ну как тебе? Зачет. Да, мы его берем. А-а-а. Очень хорошо. Бабло вперед. Брик все получил. Мы в расчете. Брик все получил.
Ну и где ты здесь видишь Брика, а? Убери свою куколку. Нахуй Брика. Давай договоримся заново. Ого. Отличный подход к делу, я считаю. Условия простые. Нужен болт. Показывай Энди. Какой Энди? Вы уже один раз получили деньги, так что, мне кажется, нам полагается нехилая скидка. Скидка? Блять! Бонус на карту есть у вас? Ты так и сказал, кто тебя прислал и на кого ты работаешь. Сам на себя. Меня прислал Декстер Дешон. Декстер Дешон! Что ты же рассказываешь? Жердяй, который наебал половину Пасифики. Он до сих пор жив? Жив. Еще ага, тебя вот, переживет. Это нормально, пошла просил темка. Просил передать привет. Теперь ага. Подумаешь над моим предложением? Ну-ка. Ага, давай. Деньги здесь. Надо было застрелить его, да? Надо было его застрелить. Фу. Болт хорошая штука. Полезнее собаки и есть не просит. Блять, блять, блять! Откидывайся! Отломаю! А, все-таки движухи были, да? Отлично. Вали в них! Вали, твари! Давай! Вали, ты каброн! Да в смысле? Алло! Хорош! Мерда! Нас отрезало! Забирай боты и контроллер. Только побыстрее. Надо понять, как отсюда выбраться. Сейчас выберемся, сейчас. Подожди. Что это? Так, хорошо. Отлично. Так, это я забираю. Все наше. И боты, контроллер. Пошли. Чем быстрее, тем лучше. Ой, в какую сторону? А. Давай сваливать. Хочу быстрее на воздух. Пойдем. Подышим свежим воздухом, пойдем. Дружище. Ну, чё? Почему все двери открываю я? Ты что, без руки? Фу, блядь, ёбаное мясо. Сейчас весь провоняю. Это ж конвейер. Вообще, я думал, ты любишь мясо. Бля, точно нет другого пути. Подожди, а куда? Ты сюда? Подожди. Подожди. Что происходит? Что? Сейчас, подожди. Я что-то как-то сама в себе заблудилась. И... Опа! Отлично. Так, недопрыг состоялся. Отлично. Аптека. Ну, пойдем дальше. Ты что стоишь? Круто, работает. Пошли. Глянь, а. Двери я открываю, а он... Ломонос. Ой. А он вперед батьки в пекло лезет. Так, куда? Сейчас тут опять будет перестрелка, да? Большое танство. Не дергайся, а то нас увидят. Так, я сижу или что? А, вот сижу. Подожди, а тут что-то есть. Ну-ка. Осторожно, а то нас поймают. Да тихо, никто нас не поймает сейчас. Ага. И там еще один, да? А, это камера. Зря это сделали, да? Угу. Ну, пойдем дальше-то. Ну, что нам, вниз же? Пойдем. Драка. Будет драка. Нам кого стесняться-то? Кого бояться-то? Так а что убить? Дамы и господа, Джеки Уэллс,
Кто? Ну-ка. Ой, красиво. А, это не взрыв, это не, не это. Ой. Так. Ты хоть знаешь, на кого залупаешься? Это трындит. Пошли, Джеки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не устраивает твой оружие. А, блин. Да уйди, пожалуйста. Уйди, куда ты, господи. Так, погоди, погоди. Да что происходит? Что происходит, алло? Ищите и обрящите, коврана! Отлично. Отлично. Ви, не лажай! Эй, глуши! Эй, глуши! Так, стой, я потеряла кнопку. Отлично, все. Изоляция сделали так. Я буря непробиваемый! Я бронированный. Так, что там дальше? Да подождите вы. Кто? Ты глянь, какой. Обнулил, сука! Какой живучий. Сволочь. Последняя. Вот сюда нам. Сюда. Пошли скорей. Давай, ну в жопу. Вот сюда. Алло. Я уже почти дошла. О, ну что, только мы с тобой остались. Что ты тут такой разговор? Не жалей никого, слышишь? Пойдем. Ну, отстреливаемся и двигаемся вперед. И все. Так, кто-то меня запалил. И вызывает у меня свое оружие. Как это остановить, я не знаю. Где мой друг, я тоже не знаю. Фу! Ты дурачок, что ли? Бегом, бегом! Отлично. Отлично. Да кто? Да где? Не знаю, что. Блять! А! Дружище вот пришел. Это кто? Он зеленый. Теперь чисто. Сейчас мы всем покажем, Ману. Да блин, как плохо, умирают они. Чингада Мадре! Вызываю у тебя перегрев. До свидули. О, как красиво лежу. А коты что, живой, что ли? Порядок. Это надо исправлять. Красота. Ищите и обрящите, кабранас! 43 минуты, нормально. Хорош. Теперь я поняла, как это останавливать. Просто нужно выстреливать с камеры. И все. Да хоть ругаться, блин. Башку включите, придурки! Он раскрылся! Эй, Камал, у тебя дыр! Так. Да что за херня-то? Ты умираешь. Ты еще не понял? Я объясню тебе это более доходчиво. Вот так нормально.
О, нормальная репутация. Ну правильно, красиво. Прямо в лицо. По совести? Конечно, не по совести. Но кого это волнует? А. Вот так, перегрев уже. Осторожно, враги! Пули непробиваемые! Ох ты, ёпта ему! А я тебя... Ой-ой-ой-ой-ой. Это типа босс. Ну-ка. Ничего не получается, бляди! Ой. Чуть не насмерть. Вообще не считается. Чуть не считается. Так, нормально. Умри, падаль! Начинай копить на новую башку! Не подставляйся! Да я не подставляюсь! Так, у меня, кстати, закончились. Целься, потом уже стреляй! Серьезно? Так я ж сейчас помру! О-о-о-о-о, пацаны! Все очень плохо, и девчонки. Очень плохо все. Так, а мой друг-то его, это? О-о-о-о-о-о-о. Нет. Вот теперь я стрелял! Ви, не лажай! Жаль портить такое личико! Не попало. Я тебя пощадил! А у меня есть что-то по оружию, что-то более солидное? Так, скорость атаки. Мне нужен урон. Урон. О, это урон вообще какой-то ни о чемный. Урон 2. Урон. Так оно все, по-моему, такое, да? А, или подожди. Использует это. Это вообще как-то не о том. Это нет. Ну, дробовик. Дробовик, он используется в ближнем бою, а к нему близко подходить не очень-то и хорошо. Здесь, значит, не особо лучше. Это то, что сейчас у меня, да? Получается. А, нет, у меня вот этот. А это так. Дальше. А, или подожди, используется Unity. А это... Угу. Ну, этот, наоборот, проигрывает. Ну-ка. Урон. И здесь... Ну, давайте вот этот попробуем. Как бы, я, конечно, ничего не знаю. Ёлки-палки, а я где? О-о-о-о-о! Вот теперь я стрелял! Сопляк! Как-то грустненько, грустненько. Давай, ёлки! Умри, падаль! Умри, падаль! Лови в обратно. Так. Блин, вчера босс, сегодня босс, вообще красиво. Вот теперь я открыл! Ну как-то особо ему нет. Опа, бежим. Он стреляет. Так. Ему как-то это не особо... Ой-ой-ой. Давай, еще! Жаль портить такое личико! Так не порт. Думали, я копыта откину! Он, по-моему, помогал. Ой-ой-ой-ой, бежим! Не, ну нормально. А где друг мой? Дружище мой где? Он что, помер? Я тебя поджарю! Ну что ты говоришь? Ой, ты так, не пишешь? Нет, ну не особо как-то это не могу сказать. Этих какой-то урон наносит, если честно.
если честно. А, так ты тоже тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обойди его! Вставь ему взад! Вот теперь я стреляю! Предложение. Начинай копить на новую башку! Начинай копить на новую задницу. Вот это тебе понравится! А, так вот сюда надо, наверное, стрелять. Так, давай, а я могу ему устроить перегрев? Могу. Что мне запретит? Вот теперь я! Вот так, нормально. Неплохо, неплохо! Погоди, я перезаряжу! Ага, вот выстрел в голову тут нормально проходит, нормально. Давай, но я так поняла, надо стрелять ему туда вот, назад вот в эти его отростки. Вот они не зря светят. Как взывается, падали. Очень нехорошо, мне показывают, что у меня время, но я не могу. Вот, так, сейчас не умирать, ни в коем случае. Что, мы его грохнули? Отлично, ну, ребят, это прям красиво сейчас было. Что я обобрать можем? Улучшение культового оружия. Вы получили культовое оружие. Оно обладает особыми качествами, но не поддается модификации. С помощью определенных компонентов культовое оружие можно улучшать до более высокого уровня, что значительно увеличит его показатели. Сделать это можно во вкладке «Улучшение» в меню «Создание». Культовое оружие хранится в самых разных местах. Найдите, вы можете получить его от друзей или забрать у врагов. Иногда оно будет попадаться вам в случайных ящиках или у продавцов. Некоторые его образцы вы даже сможете создать сами. Ой, а мы сейчас заберем эту штуку у него. Да? Да, это прекрасно. А что, он живой? Ну-ка, подожди. Вот так. Чтобы неповадно было. Так, а тут что-то было, по-моему. Я что-то пробегала и что-то зелененьким засветилось. Фу, ну нормально. Я бы даже сказала... О, хорошо. Где-то. Я бы даже сказала, бодренько так у нас. Конец, да? Вот такой. Босс, Васецкий. Мы опять 51 минуту играем. А, у меня хоть давай, Ви! Минитех. У них эти дроны в каждой дыре. Ага, теперь они... Давай за ворота. Там поговорим. Сучка из Минитеха. Что, не ожидал меня увидеть? Да нет. Ты знаешь, мне нравится, как ты работаешь. Отлично. Может, будем сотрудничать? Может. Твои мужики сквозь меня проходят. Ты меня обманула. Может, я свое слово держу. Может, и будет. Было бы неплохо. Тогда до встречи, Ви. Корпоративные боги тебе улыбнулись. Спасибо. Отцепить район! До свидания, красивая тетя. Знаешь, нам пора, Эссе. Да, тут я с тобой согласна, дружище. Нифига себе, Ви. Угу. Я думал, мы оттуда уже не выйдем. Да нормально, чё. Хорошая спасибо, работа. Спасибо, Джек. Ты крут. Вообще крут. Ну, ты тоже? А чё такое-то? А чё? С тобой всё нормально? Вообще отлично. Да просто хотел. Короче, мы хорошие напарники. Мне нравится, как мы работаем. Мне тоже, Ви. Мне тоже. Вот. Эй! Кулачком, дай знать Дексу, что так. Болт у нас. Потом предлагаю завалиться так. В посмертии. И обмыть это дело. И с тобой кулачком тоже, сидящий за камерой. Человек, ожидающий, что я закончу серию свою поскорей. Алло. Как дела на фронтах, мистер Ви? Зашибись. Болт у меня. Болт у меня. И как прошло? Неприятности были? Не, вообще нормально. И что там насчет Меритиха? Само собой были проблемы. Давай Ройс нахуя вертел твой договор с Бриком. Как ты его уломал? С помощью корпоратки? Мы тоже... Встретился со Стаут, мы договорились. Повертели его на одном месте. Ну надо же. Она дала мне бабла для Мальстрёма. Правда, кое о чем Стаут не сказала. Чип был с вирусом. Корпораты такое любят. Неужели Ройс ничего не заподозрил? Вообще нет. Вирус атаковал их систему, кое-кого даже поджарил. Остальных уложил я. Ты крепкий орешек, мистер Ви. Уже поговорил с Эллен Паркером? Нет, еще не разговаривал. Как раз собирался. Ага.
У нее есть информация, без которой до чипа не добраться. Паркер будет ждать тебя в баре Лизис. Удачи. Кстати, какой чип? Нам уже дали чип. Все позабывала. Я... Ага, отлично. Ну, в начале следующей серии мы с вами обновим наш с вами уровень. А я почему не стала выбирать, убивать сразу Ройса, да, уже Ройс был. Да вот. Потому что я уже, когда сама играла, я его убивала. И, собственно, тогда у нас не было вот этой арки с боссом. Стало интересно, что будет, если его не убивать, а дать ему этот чип. Про чип, на то, что там вирус, я, например, тоже не знала. Вот. Но зато мы с тобой увидели босса, и было довольно-таки эпично, босс интересный. Видишь, как уже второй выпуск и так ярко оканчивается. Так, давайте с вами заканчивать. Я сейчас нажимаю «Сохранить игру». Вот, прям при тебе, чтобы ты... Боже, где? А, ну вот тут давай. Да, давай. Ага. Вот, и мы с тобой заканчиваем. Спасибо тебе большое за просмотр. Я до сих пор в шоке с того, что происходит с Резидентом. Вот. И теперь надо то же самое повторить с Киберпанком, потому что, ну, ребят, эта серия, по-моему, заслуживает того, чтобы вы ее посмотрели. Потому что, ну, предыдущий выпуск, ну да, ну вообще было безобразие. Ничего не толком не происходило. А тут мы с тобой. И со Стоут встретились. И Ройса замочили. И какая заварушка у нас здесь была. В следующей серии мы наконец-то доберемся до Эвелин Паркера, с ней побазарим. Перетрем наши девчачьи делишки. Вот. Поэтому за следующую серию, за эту серию, за себя и за Сашку, да, за булочку ржаную, кто понял, тот понял, кто не понял, извините. Вот, мы с вами ставим лайк под этим видеороликом. Пишите комментарии, потому что, ну, блин, ну, ребят, ну, вы мне как-то... Мне важна ваша отдача. Нравится вам, не нравится, что поменять, что вам доставляет удовольствие в моих роликах, да, и что, наоборот, бесит, и вы хотите об этом высказаться, милости прошу в комментарии. Не забывайте, что в описании, под всеми роликами, если я вставляю какие-то музыкальные композиции, я обязательно пишу, что я вставляла, чтобы вы потом не задавались вопросом, а вот в этом отрывке какая музыка была. Все оно идет в том порядке, как оно идет в видеоролике. Это сказала. Также полезные ссылочки. Группа ВКонтакте. Твич у меня есть, на котором я, правда, еще ничего никогда не стримила. Но когда-нибудь я обязательно, обязательно начну. Переходи, подписывайся. Буду тебе там очень рада. На этом все. Увидимся с вами в следующих выпусках, в следующих сериях, в следующих прохождениях. И с вами была Лавандрей. Всем пока-пока.